Всем привет! Вы на канале «Все о стиральных машинах и бытовой технике», и сейчас мы узнаем топ-5 самых покупаемых телефонов Xiaomi с AliExpress. Рейтинг. Ну что ж, первая модель называется Xiaomi Redmi 9A. Это новый телефон, конечно, с общим рейтингом 4,9, стоимостью практически 9000 рублей без скидки. Здесь вы можете выбрать нужный вам цвет. Доставка будет осуществляться из России, она будет бесплатная и, конечно, ускоренная. Вот мы видим, как выглядит данный смартфон. Дисплей 6,53, HD экран, достаточно мощный аккумулятор и достаточно мощный процессор. Также отмечается и достаточно большой экран, и вы можете пользоваться до 34 дней в режиме ожидания. То есть вот какой у него сверхмощный аккумулятор, и также, например, воспроизводить музыку до 168 часов. Также здесь отличная камера, есть различные функции, такие как улучшение, калейдоскоп, также достаточно хорошая и селфи-камера. И, конечно, есть разблокировка по лицу, что также немаловажно. Ну и познакомиться с дополнительными характеристиками вы можете самостоятельно, спустившись в описание к этому видео. Там вас ждут ссылочки на все модели телефонов Xiaomi, которые мы сегодня рассмотрим. Следующая модель — это Xiaomi Redmi 9C. Также с отличным рейтингом, который составляет 4,9. Стоимость здесь уже побольше, практически 15 тысяч рублей без скидки. И здесь вы можете выбрать один из двух цветов. По крайней мере, на данный момент есть всего лишь два цвета. Мы видим, что здесь достаточно большой экран 6,53. Также это HD экран. Очень мощный процессор, который обеспечивает отличную производительность. Очень удобная разблокировка с помощью отпечатков пальцев. Есть двойная камера. Основная камера на 13 мегапикселей. Также есть датчик глубины на 2 мегапикселя. Ну и, конечно же, вы можете делать профессиональные снимки, в том числе и портреты. И также улучшенная фронтальная камера. Судя по отзывам, мы видим, что действительно полностью все описание соответствует действительности. Отличный смартфон, отличное качество, просто супер камера, очень действительно мощный процессор, который послужит вам очень долгое время. Еще одна покупаемая модель — это Xiaomi Redmi 10. Тут уже рейтинг немного поменьше, составляет он 4,7, ну, в принципе, это также отличный рейтинг. Стоимость составляет без скидки практически 18 тысяч рублей. Смартфон идет в двух цветах, которые вы можете, конечно, выбрать. Есть ускоренная доставка. Также из основных фишек — это 4 камеры, очень быстрая зарядка и мощный аккумулятор. Также есть многофункциональная технология NFC, которая набирает, конечно же, сейчас популярность. Есть достаточно большой яркий дисплей. Качество фотосъемки здесь действительно профессионального уровня, потому что основная камера на 50 мегапикселей. Также есть камера для макросъемки, датчик глубины кадра. То есть как селфи, так и обычные кадры будут получаться у вас просто очень четкие и действительно профессиональные. Есть специальная энергосберегающая технология, которая будет позволять вам заряжать телефон как можно меньше. Ну и, конечно, телефон стал еще легче и намного удобнее. И также есть боковой сканер отпечатков пальцев. То есть очень удобный, сверхмощный, даже можно сказать, телефон с отличной и очень хорошей камерой. Ну и мы видим отзывы, опять же, этому подтверждение, потому что отзывы отличные. Все с 5 звездами практически, все нравятся, телефон хороший, все отлично, все устраивает. Ну и плюс отличный продавец и быстрая доставка.
Следующая модель Xiaomi Redmi 10C с общим рейтингом 4,9, стоимость без скидки практически 20 тысяч рублей. Здесь вы можете выбрать один из трех цветов. Доставка будет по России ускоренная и будет она осуществляться бесплатно. Здесь память на 4 плюс 128 гигабайт. Также здесь есть очень мощный аккумулятор, быстрая зарядка. Основная камера также очень хороша на 50 мегапикселей, селфи-камера на 5 мегапикселей. Мощный динамик с ярким звуком. Также есть очень хорошая, большая, да, расширенная память. И, кстати, память можно расширять даже до 1 терабайта. Энергоэффективный процессор, который работает намного быстрее, намного эффективнее. Большой реалистичный дисплей. То есть, если вы будете смотреть фильмы, и звук, динамик, да, очень мощный, и яркость очень мощная, и вы можете вообще почувствовать увеличение громкости, как нам говорит даже производитель, то громкость лучше до 40%, нежели предыдущие модели. Ну и плюс, опять же, продавец акцентирует внимание нам на отличной камере. Поэтому смотрим также и на отзывы, обращаем на это внимание, конечно. Отзывы отличные, очень быстрая, качественная доставка. Ну и, конечно же, абсолютно все характеристики очень радуют покупателей. Ну и, конечно же, они ставят 5 звезд данной модели телефона. Ну и рассмотрим еще одну модель. Стоимость уже ее подороже, около 30 тысяч рублей без скидки. Это модель Redmi 10 Pro с общим рейтингом 4,9. Здесь вы можете выбрать один из четырех цветов. Здесь достаточно большая память, это 8 плюс 128 гигабайт, и здесь еще более улучшенная камера, то есть основная камера 108 мегапикселей, то есть это камеры флагманского уровня, то есть они сверхчеткие, это широкоугольная камера. Есть и макрокамера, то есть вы здесь можете снимать и днем, и ночью, независимо от этого, от кадра, портрет это или селфи снимки, вы будете просто максимально довольны от качества снимков, как будто сделанных на профессиональный фотоаппарат. Также здесь дисплей с живой яркостью, то есть она захватывает очень широкий цветовой охват. Также вы увидите, что телефон очень плавный, и в то же время он очень быстро, молниеносно откликается на абсолютно все ваши команды. Поэтому также достаточно мощный, яркий телефон с хорошим аккумулятором. То есть заряжать вы также будете его очень и очень быстро. И, кстати, очень редко. Ну что же, мы видим, что, кстати, вы можете зарядить его примерно за 30 минут. И ваш заряд батареи будет практически полный. Ну что ж, обратим внимание на отзывы. Их очень много. И мы видим, что 94% покупателей оценили его на 5 звезд. Мы видим, что отмечают пользователи как раз таки камеры, ну и другие характеристики, то есть все приходит в отличном состоянии. А я напоминаю, что познакомиться со всеми моделями Xiaomi, которые мы сегодня рассмотрели, вы можете самостоятельно, спустившись в описание к этому видео, ну и, конечно, заказать себе одну из моделей. Это видео снято специально для канала «Все о стиральных машинах и бытовой технике». До свидания!